Всем привет, друзья! В данном ролике хочу поделиться с вами одной идеей, как из куска обычной водопроводной трубы можно сделать очень полезный и, на мой взгляд, уникальный инструмент, которого почему-то до сих пор я не видел еще ни в одном магазине инструментов. Сам процесс изготовления может занять где-то от 5 до 10 минут, и самое главное, что для этого нам не понадобится даже сварка. В общем, я за дело, а вам приятного просмотра. Ну что ж, друзья, не люблю делать громкие заявления, но кажется, это как раз тот случай, когда можно сказать про данную самоделку, что все гениально просто. Вам, конечно, может показаться, что это всего лишь банальная лопата и все. Но те, кому приходилось прокладывать провод под землей при наличии обычной штыковой лопаты, думаю, вы со мной согласитесь, что это гораздо удобнее и менее энергозатратно делать такой самодельной лопатой, как эта. Так как обычная лопата имеет ширину штыка где-то от 15 до 20 сантиметров, а провод вместе с гофрой занимает всего лишь каких-то, ну, максимум 30 миллиметров от ширины канавы, то, согласитесь, гораздо приятнее работать, осознавая, что ты не делаешь лишней работы,
При том, что после укладки провода все это надо опять закапывать. Плюс к достоинствам данной самоделки – это аккуратность канавки. Заметьте, после окончания работ ее почти незаметно даже посреди зеленого газона. И сам газон почти не пострадал. Надеюсь, вам понравилась данная идея. Всем спасибо за просмотр. Пока!